Не снижается в Иркутской области количество преступлений, которые связаны с хищением денег. В Братске завершено расследование в отношении двух местных жителей. Они действовали от имени известных торговцев на биржах и смогли обмануть более 20 человек из разных регионов страны. По версии следствия, мужчины создавали в социальных сетях фейковые страницы блогеров, которые в действительности являются успешными в вопросах купли и продажи ценных бумаг. От имени специалистов злоумышленники предлагали интернет-пользователям услуги по проведению сделок, которые должны принести людям большой доход. Но за это нужно было заплатить, то есть сделать инвестиции в будущее. Получив необходимую сумму, мошенники прекращали контактировать с жертвой.